Здравствуйте, друзья. Я думаю, каждый из вас захотел когда-нибудь с другом поиграть в игру Dying Light, но никто не хочет платить за них деньги, потому что игра вышла уже давно, а цена у нее никак не спадает, и в этом нет реально смысла, если просто можно скачать пиратку. Так вот, вам нужно будет пройти по ссылке, я вам кину в описании. Качайте игру, только именно эту. И друг ваш тоже должен качать именно эту версию игры, потому что вы не сможете присоединиться к друг другу. И обязательно вам нужен будет Steam аккаунт. Неважно, там будут игры у вас, на нем не будут игр. Обязательно он должен просто при входе в игру быть открытым. Итак, в общем, заходите вы в игру, проходите пару сюжетных миссий, там, по-моему, одну-две, если не ошибаюсь. Проходите эти миссии, у вас откроется мультиплеер, коп-режим, короче. Мультиплеер откроется, у вас там высветится такая табличка. В общем, ждите своего друга, пока миссия пройдет тоже сюжетную линию до именно этого момента. И обязательно добавьте его в друзья в Steam. Вам нужно будет нажать Shift-Tab, у вас откроется список. Главное, там проверьте, что он у вас есть в друзьях. Потом в игре самой нажмете Escape, по-моему, C. Там откроется у вас окошко «Пригласить друга», кидаете ему приглашение, он принимает и заходит на ваш сервер. Так же самое может ваш друг делать наоборот. И в общем, вот так вы сможете поиграть спокойно в Dying Light. Все, если вам помог, удачи. Если что-то непонятно, могу сделать пошаговое видео с установкой и с скачкой игры. И как присоединиться по интернету, играть с другом. Спасибо за внимание, всем пока.